На протяжении многих эпох и задолго до человека глубокий космос сотрясали битвы за превосходство между разумными видами. Но одну из рас не интересовала победа в гонке властелинов. Их страстью был поиск наиболее достойных, опытных, элитных воинов и ветеранов для проведения гладиаторских поединков. Места этих сражений стали известны как арены. Добро пожаловать! Эй! Почему выбрали меня? Эй! Отвечай мне! Гладиатор! Молчи! Познакомься с Зиро! Он лучший из лучших! И только лучший может с ним сразиться! Отлично! Китаёза с хвостом! Что ж, и ты иди на приятель! Иди на... Убери этот щит, и я засуну хвост этого элитного ниндзя прямо в его жопу. Ты глупец. Ты тоже пленный, как и дружок-сержант? Как насчет свалить отсюда вместе? Могу помочь снять эту дуру со спины. Вы на аренах Вадригара. Зиро, гладиатор Вадригара. В матче между вами двумя смерть будет последней. Он никогда не проигрывал. Вадригар с нетерпением ждет, как ты похоронишь другие классы. У тебя осталось два соперника, но масса других ждут нашего предложения сразиться на ринге, расположенном в тайном месте, где не сражалась ни одна раса. Прими свою судьбу, и сможешь победить любого соперника. В тебе скрывается сила, с которой не сталкивался даже Зиро. Ты обреченный. Добро пожаловать в Элджа! Испытание на скорость, самообладание, равновесие и решительность для гладиаторов арен. Используй оружие с умом. Проходи быстро! Ошибаюсь.
Ты прошел арену Дефраг с третьей попытки в свое время. Зеро. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Максим Кулаков и Глеб Мещеряков. Специально для Stop Game.ru.